Я всех рада приветствовать. Сегодня 11 ноября. 13 ноября мы начинаем курс. Как обычно, у меня ежемесячный курс 13 по 20 число каждого месяца. Мы работаем с какой-то темой. И в этот раз мы с вами будем работать с иммунитетом. Иммунитет, прежде всего, это хорошее настроение. И именно вот это хорошее настроение формирует у нас благоприятную, правильную флору, когда все микроэлементы, микробы, бактерии, вирусы, когда они в балансе. И мы даже взаимодействуя с какими-то, даже люди, если чем-то больны, мы попадаем в какую-то агрессивную среду, мы спокойно выходим из этого, ничем не заражаемся, не цепляем никаких вирусов, никаких инфекций. Даже если мы где-то не помыли руки. И даже, например, съели какое-то не совсем хорошо вымытое яблоко или морковку, даже морковку. Никаких глистов не будет. То есть среда в организме не благоприятствует для того, чтобы размножались какие-то патогены. А патогенами они становятся только тогда, когда нарушается вот этот баланс. И когда баланс нарушен, химия изменилась, начинают размножаться те или иные представители микрофлоры, и у нас возникают воспалительные процессы. Иммунитет падает, энергия падает, все, здоровья нет. И вот в ноябре мы с вами займемся как раз тем, что будем чистить организм от этих патогенов, то есть от этого дисбаланса. Будем смотреть на причины, почему этот дисбаланс получился, и очищать с помощью мыслеформ вот эту всю инфекции, вирусы, грибы, глисты. Вроде бы кажется немножко фантастическим, что мы будем с помощью мыслеформ, с помощью слов это делать. Но слова — это тоже те же вибрационные, смысловые, информационные коды, которые помогают нам разобраться с причинами. Причины будут диагностику делать в самой группе, тех, кто соберется. 13-го с утра мы начинаем. И начнем мы с вами с того, что я сделаю общую диагностику наличия этих патогенов, какие из представителей наиболее активны, что за эмоции привели к тому, что они стали размножаться, и посмотрим на причины появления этих эмоций. Потому что именно эмоции, наши реакции на какие-то события, на людей, какие-то вот эти триггеры, именно эмоции меняют нашу химию. И чтобы все в организме сбалансировалось, мы пьем таблетки, то есть опять же меняем свою химию для того, чтобы вот эти патогены из нас вышли. Но мы все с вами знаем, что это работает не всегда корректно. Таблетки все практически, без исключения, имеют побочный эффект. А этот побочный эффект разрушает потом и печень, и почки. Поэтому мы с вами зайдем через причины, а не через следствие. Так, начнем с того, что уберем патогены и очаги загрязнения. 14 ноября будем диагностировать иммунитет, в каком он у нас состоянии, и убирать причины, почему иммунитет снижен. Сейчас осень, и мы очень уязвимы к каким-то инфекционным, вирусным заболеваниям. 16 ноября поработаем с ядами, тяжелыми металлами, ртутью, антибиотиками и другими токсинами, которые попадают в наш организм. И мы живем в городах, где от автомобилей огромное количество в атмосфере тех веществ, которые являются для нас токсичными. Плюс мы с едой получаем какие-то не самые полезные химические элементы. И вот 17 ноября будем работать как раз пищевыми токсинами, трансжирами, консервантами, спиртами и продуктами их распада. 18 ноября займемся паразитами,
потому что все вот эти глисты, какие-то личинки, которые к нам попадают, с чем-то не очень качественно промытым. Мы можем их получить с помощью, ну, через мясные продукты. Ну, то есть источников много. И организм здоровый должен легко с ними справляться. То есть они, даже если в организме присутствуют, они не будут размножаться, потому что в организме здоровом нет той среды, которая для них будет питательной, и они легко выйдут из организма. 19 ноября займемся грибами, микозами, дерматитами. Грибы — это уныние, базовая эмоция, которая создает для них благоприятную среду, это уныние. И выйти из состояния уныния достаточно сложно, потому что там всегда какая-то есть глубина. Это может быть и обычные наши программы, это могут быть и родовые программы. А общая атмосфера, общая обстановка сейчас вообще в мире, ну, так скажем, энтузиазма не очень-то много внушает. И мы не должны быть зависимы от внешних факторов. Мы должны иметь свое состояние. И тогда своим состоянием мы будем влиять на то, что нас окружает. Но часто именно внешняя среда подавляет нас, и из этого уныния поэтому выйти очень сложно. Будем с этим работать. И 20 ноября, завершающий день, мы с вами займемся очищением лимфатической системы и восстановим иммунитет. Вот такой план на курс с 13 по 20. Под этим видео ссылка, приглашение. Пожалуйста, присоединяйтесь. Условия участия, как всегда, на эти курсы donation, то есть только сколько вам по сердцу будет оплатить. И 13 с утра начнем. Каждое утро я буду присылать вам аудиозаписи мыслеформ. Форм. Вам будет достаточно их просто прослушать и наблюдать за собой в течение дня. Как обычно, всегда очень благодарна за обратную связь. Если какие-то вопросы есть, буду рада ответить. И всех жду. Жду 13-го, начинаем, то есть послезавтра. Работаем с иммунитетом, с хорошим настроением. До встречи.